У нас действительно онкозаболеваемость в Одесской области самая высокая в Украине. Это касается не только границы, то, что вы сказали. У нас есть ряд таких локализаций и в Бессарабии. Единственный путь решения – это ликвидация соответствующих вот этих очагов экологической проблемы, как там, так и озеро Сосык, так и другие объекты, так и эти все свалки. Но, естественно, на все это необходимо время и необходимы деньги. Во всяком случае, мы этим там достаточно плотно занимаемся.